Конечно, это было эпично. Ну, в принципе, ничего. Ничего страшного, очередной топ-4 за командой. И призы от Steel Series за... за четвертое место. ДТС. Ведь могли выиграть Moscow Fight. Были близки, выиграли в финал, но помнили тайм. Последнюю третью карту не дотащили, но, опять же, проиграли на самом деле чемпионы. Третье место команды ДТС. Самая важная команда турнира. Команда Fnatic. Друзья, поаплодируем вообще. Хорошо. Хорошо боролись, но сил не хватило на финал. Наверное, все-таки вымотали игры против Татус Винсера. И тяжело было, ребята. Действительно, тяжело против Moscow Fight. И признайтесь, первый европейский титул для Moscow Fight, друзья. Moscow Fight. Fnatic наградили. Поаплодируем.